Так, всем привет. Сегодня я вам покажу свой составчик. Ой, я сегодня вам покажу свои игры на аккаунте. То есть расскажу кратенько про каждую из них. Получается так. И все вот так сделаем. Получается, я скинами так приложу, потому что, ну, так получше, конечно. Ей-пой. Ну, это просто подписка от электроников. Там все игры, в принципе. Warface. Сейчас, кстати, на ей-пой действует скидка, там 90 рублей до 30 сентября, то есть до завтра. Warface, ну, вы знаете, на стриме... Стримы проходят по Warface. FIFA 20, да, старенькая. Ее покупали его за 4, по-моему, 4 тысячи, да. Mortal Kombat X, 1200, по-моему, с чем-то. Battlefield 5, 1500, если честно. Кстати, так, ратненько. Mortal Kombat X. Ну, блин, я его поиграл, честно. Файтинг, типа, на одного неинтересно. Вот эта сюжетка мне не понравилась. Играть, типа, вдвоем, да, прикольно. Играть одному вообще скучно просто. Battlefield 5. Он мне не подписки, и по его так отдельно покупал. Как просто шутер поиграть. Катки долгие, я скажу то, что по 40, по 30 минут это очень долго. Типа в том же Warface там катки бывают по 10, ну, типа. Почти что час играть, и это будет одна катка, это, конечно, жесть. Ну, для кого как, ну просто для меня столько, типа, ну, это как бы 4 матча в Warface, это один в батле. Battlefield. Ну, так игра неплохая, правда. Вторую мировую войну, да, есть свои там костыли, то все, ну, чего скажу. Need for Speed, ну, блин, игра, в принципе, не зашла мне, просто не зашла. Не люблю я гонки, вот, серьезно, не люблю. Во что я не играл? Gran Turismo Sport, вот неинтересно, вот просто неинтересно. Гонять там вот то все. Metal Exodus я прошел, к сожалению, на плохую концовку, потому что я только понял в конце то, что надо было там каких-то чуваков забирать и то все, короче, прошел, я больше не перепроходил. Final Fantasy 15 я его играл, я не играл мало, я его даже не прошел. Grand Theft Auto, короче, покупал я его, потом это аккаунт был, не скажу аккаунт, лучше не покупать, вот. NHL 20 покупал, ну, блин, не знаю, тоже одному неинтересно играть мне. Metal Gear Solid 5, тут серьезно, не зашла тоже, не зашла. Она стоила 359 рублей, но не зашла, а был этот еще Point and Pain, все там несколько. Grand Zero, короче, несколько частей. Horizon Zero Dawn, прекрасная игра, но я ее не прошел. Серьезно, не прошел. Hyperscape поиграл, не понравилось. Не понравилось, она бесплатная, но не понравилась. Вот Fall Guys, интересная игрушка, она мне понравилась, но сейчас ее даже, кстати, можно купить в Play Store за 713 рублей. Сейчас скидочка идет до... Сейчас я зайду в Play Store, подскажу. Кстати, если что, сегодня 29 сентября. Записываю это 29 сентября. Когда это выйдет, я думаю, в среду, скорее всего. Скорее всего, в среду где-то это выйдет. Да, мне кажется. Так. Ну, пока грузится, я пока что про скажу по итоге. Detroit Become Human. Это просто великолепнейшая
Игра просто великолепнейшая. Я вот не знаю, что может быть лучше, чем эта игра. Вот просто не знаю. Просто. Она сейчас, по-моему... Блин, мне даже интересно стало. Она, по-моему, сейчас продается. Я ее покупал изданием, получается. Получается, я ее покупал изданием. И оно с Heavy Rain шло. Шикарно. Просто две игры я покупал ее за 1200 рублей, блин. Это просто... Это копейки, это просто шикарные. Я пересматривал еще Купленова. Да, кто не смотрит летсплей Купленова, я не знаю. Так. Я хотел посмотреть про Детройт. Так, и Фулл Хайс я хотел. Плейлинк это безумцы, я и это брал по подписке. Фулл Хайс у меня, кстати, не было, это тоже под подписки. Я какой-то брал там по бесплатной, знаете, когда было еще это все актуально. Пока не прикрыли лавочку. И типа играл, наслаждался играми, в принципе. Опа, может не надо. Ну что, не надо вот так. Давай вот так сделаю. Так, пока что опустим эти моменты. Я чуть-чуть вернусь. Красава, играл, ну, я не знаю. Честно, я... Ну, я немножко поиграл. Не зашло. На любителя, скажу, играю. Блин. Походу, трой ты не смогу показать. Или смогу. Нет, чтобы я не выбирал. А если Fall Guys, я тоже... Ну, ладно. Assassin's Creed. Ой, блин. Что скажу по Assassin's Creed? Ну, мне вот это, не знаю, мне сам вот этот стиль, тот же Black Flag, я не знаю, это скучно, блин, ты плачешь по этим морям, нафиг не нужным. И просто вообще скучно. Я настолько, блин, расстроился в тех, то, что я три игры, да, три игры, там, бандл из трех игр был Assassin's Creed. Unity, Assassin's Creed, Black Flag и Assassin's Creed, да, сейчас Синдикат. Сейчас немножко пролистываю. Они стоили 1500 минимум. Вот, наборы Assassin's Creed, Черный Флаг, Единство, Синдикат. Они, кстати, без... А, понятно. Я ничего не могу посмотреть, серьезно. Сейчас я Fall Guys посмотрю. Шерлок Холмс. Чё скажу, это самая дешевая, одна из самых дешевых и самых хорошо проработанных игр. То есть мне очень понравился, как сама игра построена, сам сюжет тот же. Да, к сожалению, не было русской озвучки, это было 713 рублей сейчас, 50% скидка до 30.09.21 до 2 часов ночи на Fall Guys, если что. Это шикарная игра про Шерлока Холмса, она была просто по цене бесценок, потому что 180 рублей для игры, которую можно еще получить платину, это хорошая игра. FIFA 17 покупал ее в начале. Получается, и ну как футбол был просто поиграть что-то было, я в нее ну немножко позалипал, ну не знаю, футбол как футбол был. А My Name is Mario, такой просто простецкая кликер ради того, чтобы ну может быть платин получить. Until Dawn, что скажу по Until Dawn? Until Dawn это в принципе прикольная игра. То есть я ее прошел,
Там, по-моему, концов... Я не знаю, я не помню. Там, по-моему, не было плохой или хорошей концовки. Но она мне зашла, то есть она прикольная была, по крайней мере. Она неплохая была. Ну, она не хоррор. Она типа хочет казаться хоррором, но она не является им. Типа она не пугает. Она типа хочет напугать чем-то, но не пугает. Она какой-то вот... Даже с Resident Evil. Ну, конечно, это не то, это как интерактивное кино, как Детройт. Но все же. Я даже его проходил сейчас. Посмотрю даже, когда я проходил. Так, Until Dawn. Двадцатого июля 2020 года. Ну. То есть я походил это еще прошлым еще летом. Прошлым летом. Как быстро время летит. Это Шерлок Холмс. Это Шерлок Холмс. Until Dawn я проходил примерно в то же время, скорее всего. Это скидка, наверное, была тоже. Это 12 июля. Стоим был. Assassin's Creed тут еще был. Ну, не был особо страшный, я бы не сказал бы. Так, дальше. Ну, это демка. Пса я немного поиграл, но... Ну, футбол как футбол, не знаю, ничего не... Майнкрафт это демка тоже, я в нее поиграл немного, ну, демка-то как демка, сказал. Far Cry 4 демка, не играл даже, просто почему-то валяется, не знаю, добавлял. Какая-то еще демка, бесплатная какая-то фигня, Hustle Kings, не знаю. А Black Ops 3, я ее проходил, немножко на стриме. Немножко на стриме, тут час 40. Час 40. Я даже летсплей купленного не пересматривал. Ну, потому что люблю летсплей всякие пересматривать. Что вот так. Ну, по сюжету, конечно, сюжет какой-то запущенный, прям вообще. Сказал бы так. Типа как стрелялка, ну, по сам как жанр игры, типа норм. Как сюжета не было. Я люблю вот эти игры, шутанчики, типа такого всего. Это прикольно, вот мне нравится вот так. Не в обиду, но нравится, не знаю. Люблю я пострелять там туда-сюда. Ну, это был как бы одна из игр стрелялок. Мне их, ну, не особо так и много, конечно. Но, блин, я бы хотел бы сейчас другую, но, блин, не знаю. Legacy Undercover. Чего сказал бы? Сказал бы то, что я сейчас могу ее купить, короче. Я не знаю. На момент уже выпуска этого ролика, скорее всего, я уже ее купил или купил другую игру. Не знаю.
Мне сейчас, блин, понимаете, что это странно, но, блин, я думал насчет покупки игры, хотел или Call of Duty, там Beyond Souls и Legacy TFDK. Почему тут Лего вообще затесалась? Потому что Лего, как, да, она, может быть, вы будете считать, что это для маленьких, но, в принципе, Лего, она как, не знаю, успокаивает, в принципе. Ничего такого сложного в нем нету, ничего, не надо запариваться туда-сюда. Как такая ослабляющая игра, можно сказать. Так. Call of Duty, та же самая. Я хотел Advanced Warfare. Но, блин, прочитав по отзывам, то, что это, ну, просто стрелялка тоже, опять, без сюжета. Ну, типа, есть сюжет на 6 часов, там, или на 7. Ну, и, типа, и все. И все, смысла в ней нет. Сюжет проходишь, и все. Beyond Two Souls там интереснее, конечно, но, к сожалению, блин, я не знаю. Beyond Two Souls тоже ты пройдешь, и вот я 100% не буду перепроходить вот эти. Может быть, Детройт перепройду. Детройт, может, перепройду. Ну, не знаю. Кстати, сейчас скидка на Киберпанк, но Киберпанк вообще и вообще не берите на PS4, просто не берите. Не надо его брать. Это минус деньги. Просто минус деньги. Он не стоит того. Еще Bloodborne, но я не люблю страдать. Я не люблю себя загонять, блин. В ярость к игре. Для этого есть FIFA. Над которой, блин, ты не очень, можно так сказать, рад. Дальше Gran Turismo Sport играл, я не знаю, там запутался, даже хотел начать там что-то поменять арену там или поменять. Короче, я там запутался, ничем не разобрался, и получается я немного поиграл, мне не понравилось. Все. Assassin's Creed Unity немного играл, ну. Так же скажу, как про тот. Такой же Assassin's Creed, как, ну, просто мне не заходит. Мне не заходит такой, типа, какую-то фигню, какие-то задания, миллион, миллиард заданий выполнять. Неинтересно. Вот просто неинтересно. А Heavy Rain? Неплохая игра. Неплохая. Даже хорошая. Даже хорошая игра. Я тоже посоветовал бы ее пройти, если у вас есть PS4, там, или на ПК, я не помню, там, где они вышли. Шикарнейшая игра. Тоже как интерактивное кино, я подсел на него. Ну, неплохая. Лего Ниндзяго Муви, видеогейм. Я в эту игру проходил, блин, на английском. Я не знаю, мне даже, наверное, ачивки там сохранились, я не знаю даже. На PlayStation. Это тоже было на тот момент, когда можно было в PS Now, там, через разные айки что-то проворачивать. И тогда можно было поиграть, в принципе, в такие игры. Я в не, мне она зашла. Я там даже немножко ачивочки какие-то разные поубивал. Она, в принципе, но у меня было ограниченное время, к сожалению. Я бы ее бы, наверное, ну, до платины немножко приблизился больше. Дальше. Assassin's Creed Unity. Синдикат. Я ее запустил. И выключил. Найс, я поиграл.
Также их Fallout 76 я запустил и выключил. Все, я в них больше не играл. Ничего не могу сказать. Fallout. Не знаю, что они сейчас сделали там. Она, в принципе, онлайн. Ну, игра, по-моему, мертвая. А Battlefield Hardline. Я в ней играл, прошел сюжетку. Ну, в принципе, тоже неплохая. Не сказал бы то, что что-то в ней нечисто. В принципе, обычный. FIFA 19. Это я запустил CE Play и все. Metro 2033 Redux. Демка. Lego Movie Video Game. Демка. Я даже, по-моему, его проходил на канале. Окей. Это War Thunder и World of Tanks. Играл, ну, в принципе, как обычный. Ну, не знаю, как обычные вот эти free-to-play игры, которые с кучей доната, короче, не знаю. Fallout Shelter, ну, прикольная такая игра, ну, мобильная, зачем она портирована на PS4, мне до сих пор непонятно. Ratchet and Clank, я ее прошел, но не прошел. И, короче, босса последнего я не прошел и забил. Зачем мне в босса этого проходить? Это какая-то японская фигня, неинтересная. Plague Tale — это бесплатная сейчас игра, там и я посмотрел в этих. Как его сказать? Я запустил его в... Короче, я его фри-ту-плей просто нашел, она, наверное, бесплатная. Короче, не знаю, может это демка просто. A Way Out — это подписка, я в нее не играл. Abzu, не знаю, это с PS Plus какая-то фигня, я не знаю, не проходил. Apex с фри-ту-плей. Эти все три игры я вам рассказывал. Astrobot, короче, понятно. Battlefield 4 это с EA подписки, не играл вообще. Battlefield 5 это мой, купленный за мои деньги. Battlefield Hardline, Burton Paradise тоже с подписки. Battlefield 4 это с PS Plus. Зашел, понял то, что там сюжетки нету, я вышел. Потому что я не хотел играть, блин, в мультиплеер. Я как бы люблю, но не знаю. Я хотел от батлы, думал, то, что там будет сюжетка. Сюжетки не оказалось, нафиг мне играть. Да, конечно, в каждой колде есть мультиплеер, а типа добавление к нему просто сюжетка. То есть сюжетка играет вторую роль, чем первую. Call of Duty Cold War, сезон 5. Не играл, потому что много весит, 200 гигов, офигеть. Call of Duty Vanguard. Она, по-моему, она прошла. Она прошла демка. Как и сейчас будет 6 октября демка по Battlefield 2042, и опять в ней не поиграю. Короче, я все демки просираю. Найс. Конкретно жене поиграл, ну, в принципе, какая-то интересная, но, блин, скучная. Мне серьезно скучно было в нее играть, из подписки PS Plus. Control. Игра, ну, я в нее не запускал, серьезно. Говорили, что там очень все сложно, то все, я в нее вот и не запустил. Crossout был, Dark Eclipse, это что-то за игра. Я какой-то код ввел и, короче, получил игру. Ну ладно. Days Gone не запускал, потому что, блин, я не знаю. Я не люблю игры по зомби. Вот это все к фигню, блин. Апокалипсис. Нет, не для меня. Destiny не запускал. Dirt 5, Dirt Rally 2, это все из подписки. Не запускал. Песка не запускал. Enlist и еще какая-то. Я их не запускал. Не запускал Формулу 1, Fallout Shelter говорил, Farpoint, блин, я не помню, это та, чи не та игра,
Потом есть что? Я не помню, просто какую-то я играл игру похожую. Ну, может, это не она. Так, фифка. Ну, в принципе, фифка как фифка. 21 у меня есть. 22 купит, и Егор будет играть с 1 октября уже. Final Fantasy 7 ремейк. Я в нее захотел поиграть. Что? Я понял, потому что в ней нету русской озвучки и русских субтитров. Ну, я не знаю, может там есть, или я что-то не додумал, но я запустил, чуть-чуть побегал, русских субтитров там не обнаружил. И давай даже его убью. Нет. Ну, я не знаю. Я тогда, когда запускал, там были только английская. Так, вот ремейк демо, ну, сути не меняет. Нет. Ни субтитров, ни звук, ни озвучки нет. Играть это нереально. Fortnite, Genshin Impact, Greedfall. В эти две игры я не играл, Fortnite и Genshin Impact. А Greedfall я, блин, поиграл чуток, и мне не понравилось, не зашло, не знаю. Heavy Rain говорил, Let Loose, и не знаю, что это за игра. Вышла, наверное, недавно, там, я не знаю, по подписке, по-моему, чьи, бесплатно. Окей, Hitman 2, это спелойки, Space Plus, получается, я в нее хочу поиграть, хочу попробовать Hitman, насколько прикольно. Это, блин, я ее скачивал. Это пипец какая. Она какая-то сложная оказалась. Серьезно, она какая-то сложная, не адская. Horizon Zero Dawn и Hostel Kings. Hostel Kings я это уже объяснял. Я имею на своем аккаунте 160. Блин, а что это вообще? А это, наверное, вот эти уровень. 3 платины, 20 золотых кубков, 79 серебряных, 420 бронзовых. Эти игры я вообще даже не запускал, это Егор запускал их. Фифка 39%, ну, фифку я объяснял. Mortal Kombat я особо у него не играл, и особо про трофеев в него не было. Ведьмак, кстати, Ведьмак я не было. Не показалось, Ведьмака я начал проходить. Ну, все своим не видите. Теннис, ну, в принципе, я играл. Ну, в принципе, если вдвоем играть, то прикольно. Если одному, не прикольно. Платина My Name is Mayo. Как я говорил, не особо тут я ничего не играл. Warface, вот. Star Wars Squadrons я запускал, чуть-чуть поиграл и забил. Need for Speed также немного поиграл у него. Кровная вражда. Я тоже его начал проходить. Тут я даже как-то выпал, как-то два кубка завоевал. Короче, не знаю как, Worms Rumble я зашел и не понял, и выключил. И вот эту игру я играл, вот эту игру играл, но ничего мне интересного не нашел, к сожалению. Не интересно она оказалась. Городские духи, вот это я объяснял, они не понравилось. Enhow Rewind. Ну, обычная, обычная игра. 94-го года у меня такая на Сеге есть. Эту игру я пытался что-то играть. Это тоже с подписки было. Но ничего интересного я в ней не нашел. FIFA 18 немного ачивок повыполнял. Средиземье не понравилось. Wipeout тоже там с этой. Metro Exodus я прошел, как я говорю, на плохую концовку. Но получил вообще общие хорошие впечатления, серьезно.
Мне понравилась игра, очень хорошая. Все нормально, там этого, того, стрельное. Да, было то, что мне что-то не было просто настроения в нее играть, не знаю, я в нее немного забрасывал, потом опять возобновлял. Call of Duty World 2 я вообще его у друга попросил проходить, потому что, ну блин, я не хотел ее покупать. Не хотел. Hollow Knight говорил, Человек-паук. Шикарная тоже игра, как я и говорил. Обязательно бы прошел бы еще бы вторую часть и посоветовал бы вам поиграть еще в эту игру, купить там или скачать, потому что шикарная. Шикарная игра. Да, проходится она, ну, в принципе, быстренько. Но еще есть много чего там. Ачивки можете, конечно, пополнить. Я, конечно, не особо над ними заморачивался, потому что, ну, блин, не хочется вот сидеть, задротить над этой фигней. Никому не хочется так делать, если честно. FIFA 20 говорил. Injustice там был. Да, блин, бесплатно раздавался, короче. Metal Gear Solid, вот я тоже говорил. Hyper Scape, Fall Guys, немножко там ачивок повыполнял. Detroit я прошел практически на 72%. Нам просто там переигрывать надо, понимает, что игра хорошая, но, блин, честно, переигрывать не хочется. Может быть, когда вот делать, не знаю, когда, может быть, будет настолько делать нечего, чтобы перепроходить игру, которая у тебя уже есть. А, безумцы, ну, что-то там я хотел делать. Короче, я забил. Потому что там надо было с телефона что-то, короче, с друзьями. Все прикольно, интересно, но не очень. А, красава, ну, ладно. Еще, блин, помню, Modern Warfare когда-то выходила. Блин, когда-то они, по-моему, в подписку впадали. Но, блин, я не знаю, сейчас за них платить что-то деньги, что-то не хочется. Геймплея мало в этих играх, честно. Жалко, но мало. Хотелось бы побольше бы его, но его мало. Потому что, не знаю. Не знаю, ну, скорее всего, они просто больше на деньги заточены, чем на нормальные чем на делание игр хороших. Так, Шерлок Холмс, я прошел уже на платину. Да, там что-то посмотрел, потому что я заблудился немного. Заблудился. Скажу так. В игре. Пришлось подсмотреть, чтобы продолжить, а то я, честно, не додумал. Дальше Battlefield 5. Не понял. Battlefield 5, ну понятно, там ачивки есть, Эрика, да там что-то. А, дожить до рассвета, ну я прошел, конечно, ачивок мало, но. Блин, что сейчас меняют тут эти ачивки? Просто как стата.
Просто как стата. Ничего более. Более в этом нету. My name is my первая часть тоже платина, ну. Игра как игра. В принципе, ничего такого нету в ней. Супер прям интересного. Hustle Kings, ну, я скажу, не, немного просто скачал по фану. Black Ops говорил ей немного, не знаю, опять эти ж поизов мало, но не настолько это печально, можно сказать. Не очень я жалуюсь на то, что... То, что так получилось. Guns of Tafta, ну, блин, я ее не прошел, там, не знаю, почему-то не зашла. Почему-то не зашла. Legacy Undercover, наверное, куплю и буду проходить, скорее всего. Не скажу прям точно, но скорее всего. Так что вот так. И Sports NHL, короче. Я в ней тоже немного играл, и типа... Все. FIFA 17. Да, пополнил ачивки, найс. Assassin's Creed тоже. Лего нельзя видео играть. Вы не поверите, как бы, как это очень было. В некоторых миссиях просто, ну, сложновато было, конечно. Сложновато. Потому что, ну, на английском все писалось, не было ни субтитров, ни озвучки, все было на английском. И это не полиглот, можно так сказать. Чтобы, ну, блин, короче, вы поняли. Я имею в виду то, что они чересчур тут так вводе английским, чтобы нормально как бы на нем его знать и все такое. Heavy Rain, да, я проходил, nice. Еще одна. Синдикат, Hardline чуть-чуть, Ворта. Я думал, ачивок тут побольше будет, если честно. А тут их вообще мало. Оказывается. А, блин, я что-то играл, но не особо такое получается. Assassin's Creed, черный фланг. Да. Получилось так. Ну, все равно я что-то играл, конечно, но маловато. Я думаю, я почему-то подумал, что у меня ачивок-то побольше должно быть. Оказывается, у меня не настолько много. Fallout Shelter 1%, Horizon Zero Dawn. Gran Turismo Sport. Ну и все, в принципе все получается. Больше ничего. Я не скажу то, что... Ну, в принципе, у меня много прикольных, хороших игр, ну... Я хотел Bloodborne, серьезно. Но... Мне так кажется, если я буду проходить Bloodborne, то минус... минус я буду.
Потому что Bloodborne это... Говорят, что это жесть. Что это очень жесткая игра. Я окей, не буду лезть, типа, как тот же самый. Мне просто, ну, типа, на миллионы попыток у меня когда будет время? Мне не будет времени на них. Так что сейчас мы будем уже заканчивать. Всем спасибо, то, что были опять на этом. 40 минут я говорил. Найс. Опять всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.